Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Мир Моделей. Мы продолжаем собирать град. Давайте сделаем смывочку, как я и обещал. Небольшую легкую смывочку. Думаю, миговская смывка нейтральная вполне для этого подойдет. Нам здесь, по большому счету, надо только болтики вокруг лампочки немножко смыть. Все остальное вроде и так нормально. Чуть-чуть козырьки еще выделю. Так, ну и достаточно, пусть сохнет. Вот, и уховертками чуть-чуть сотрем лишнее. Так, чтобы не оставить от ваты волосинок. Вот, и можно будет ее покрыть матовым лаком, ставить стекло. Надо радиостанцию покрасить, которую я пытался уже что-то сделать, но для этого нужно подобрать цвет. Она какая-то красно-коричневая. Попробуем давайте что-то подобрать. Смешивание цветов. Точно непонятно, какого цвета этот цвет.
Нам нужен растворитель. Что-то, по-моему, еще желтого нужно. Не пойму. Давайте попробуем так покрасить, потом посмотрим. Вначале все, основной цвет. Вроде похож, а вот что-то. Побольше кисть возьму. Ну. Пусть, в общем, попробуем так, пусть она подсохнет, посмотрим, что получится у нас именно такого цвета. Так, ну вроде бы похоже по цвету. Высохло. Давайте все замки. Ну, вообще все надо раскрасить. Замки, наверное, вот, в легированную сталь. Она по названию не очень подходит, но по цвету, на мой взгляд, подходит. Такая желтенькая, не сильно чистая. На фотографию, если смотреть, то примерно то, что нужно.
Так, и ремень. В цвет ремня. В цвет кожи. Ну, давайте попробуем ради разнообразия. Вот Валеха. Коричневый. Желтый, белый что-то. Такой он здесь маленький. Но все равно хочется, чтобы ремень был похож на ремень. Добавим немножко оранжевого. Это у нас кадмий красный светлый. Темперная краска обычная, которая прекрасно смешивается с краской Валеха, с водой. И сделаем небольшие подтертости. По торцам и сзади. Пусть будет так. Спереди еще надо какой-то крепеж придумать, который я что-то не помню, делал я его или нет. Вроде как не делал. Так, и, наверное, можно приклеить. На суперклей. Снизу идет какая-то железка небольшого размера. И к ней крепится стальная полоса.
Ну, стальную полосу мы, естественно, сделаем. И самоклейки. Под ручку надо засунуть. Сейчас подсохнет, и все это дело тоже в зеленый цвет. Кисточкой покрасим. Так, ну и традиционно в этот же цвет зеленый. Заодно подкрасим облупившиеся некоторые провода. Ну и это заодно антенна. А, и хомутики еще, да, я хотел подкрасить. Рычаг переключения передач у нас имеет достаточно такую интересную форму, которую очень трудно воспроизвести в пластике, ненадежно. Поэтому, я думаю, надо будет спаять. По длине я пока заготовки не отрезал.
чуть потолще проволочка и чуть потоньше. То есть вот это вот у нас будет рычаг, а это будет основание рычага. Рычаг имеет сложную форму, и нам надо торец тонкой трубочки, тонкой проволочки припаять вот так вот к торцу, к боку более толстый. Для этого, как паять, я уже показывал, но тем не менее процесс нужно провести. Кончики я чуть-чуть зачищу, сразу заложу, чтобы легче было припаивать. Торец после откусывания имеет неправильную форму, поэтому чуть-чуть сточу шестисоточки. Ну и какой-нибудь флюс, о которых я тоже, в принципе, уже рассказывал подробно. Так, флюс и припой. Кусочек припоя. Так. А эту проволочку надо где-то. Нам ее нужно будет миллиметра 3-4, не больше. Где-то на периметре тоже зашкурить и залудить. Так, и, ну, естественно, никак тут не получится без фиксации. Давайте зафиксируем. Так, чтобы они касались друг друга. Ну и, собственно, только разогреть. Так, и у нас получается одним концом толстой проволочки у нас она втыкается в коробку передач. А другой конец у нас торчит. Буквально, прям буквально чуть-чуть. Который будет сверху, конец, надо вот немножко его
добавить. Так, и... Вот таким вот образом у нас рычаг согнут. Так, ну а длину сейчас по месту подгоним. То есть у нас такая штучка получается. Вот такая вот. Так, и на кончике у нас набалдашник, который я традиционно сделаю из клея. Клей Аква. Акан, естественно. Пару-тройку раз макнем, и образуется. И образуется. Надеюсь, что-то образуется. Сейчас лишнее уберу. Тридцать пятый масштаб здесь, конечно, чуть побольше, чем в 48-м. Поэтому в несколько приемов. Он есть у нас, не просит, пусть лежит и сохнет. Так, ну и из этой же проволочки тоненькой надо еще сделать два переключателя. Два рычага переключателей. Из этой же тоненькой проволочки. Размером поменьше, но я их вот так вот сейчас пока кусаю. И деревяшка об деревяшку выпрямляю тоже. Должны они у нас быть прямыми. Вот, и тоже пока... Суть до дела. Здесь ничего сложного нет, но только сделать еще набалдашник. Опять же. На обе. Так, кабину уберу пока. И даже вот, вот так вот. Чтобы пинцета не тратить. Еще пару таких движений, и, в принципе, наверное, уже будет похоже. Можно будет красить. Так, ну а пока суть до дела, у нас эти рычаги клеятся. Надо разобраться с двумя автоматами, которые повесить на заднюю стенку кабины. К-74 должны там висеть. Наиболее похожий вариант у меня есть в наборе с вежливыми людьми от звезды. Единственное, тут у нас подствольный гранатомет вместе с системой, то есть ручка, спусковой крючок и гранатомет. Вот это нам надо дело срезать
И останется у нас прекрасный автомат АК-74. Давайте попробуем разобраться. Я не знаю, вот еще пока... Как бы набор-то мне совсем портить неохота. Так как их тут несколько штук, я, наверное, один автомат испорчу. Вот, а второй, наверное, отолью. Уже готовый, модернизированный, со срезанными всеми этими лишними вещами. И есть мысль у меня машину поставить на небольшую виньетку. Диорамой, наверное, ее назвать нельзя. То есть, так как у нас прототип находится на Дворцовой площади, то я думаю, было бы неплохо его поставить на эту Дворцовую площадь, сделать какую-то мостовую и посадить в кабину водителя и, может быть, каких-то прохожих, как на фотографиях, ну, что-то наподобие сделать, оживить, так сказать, картинку. Запрос я, в принципе, сделал уже в магазин «Мир моделей». Посмотрим, что удастся подобрать. А что не удастся, придется делать самому. Просто сейчас так много у нас дополнений для диорам выпускается, что я думаю, что, по крайней мере, брусчатку, похожую на брусчатку Дворцовой площади, найти я смогу. Только надо подумать, как тут литник сделать так, чтобы его при вытаскивании не из неразъемной формы, чтобы его не повредить. Ладно, над формой я еще подумаю, как ее сделать, как его лучше вылить. Давайте проверим рычаги. Думаю, еще один раз, если намазать, то этого будет достаточно. Все, пусть сохнет. Вот, друзья, ну, наверное, экшена у нас сегодня было мало, но я думаю, что потихоньку-потихоньку мы дособираем кабинку. Вот, и на этом я, наверное, сегодня закончу. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.